Радий представити гостю нашої студії юриста Марину Сороку. Доброго ранку вам. Доброго дякуємо, ранку. Що ви з нами. Отже, розпочнемо сьогодні таку болючу тему для багатьох, кого затопили або хто затоплював чужі квартири. Інформаційний привід достатньо таки серйозний. У Фейсбуці днями наші спільні друзі писали про те, що Соломія Вернадська – це жах. Мене затопила сусідка і не відкриває. Піду писати заяву. І відразу появилася величезна кількість коментарів. Хто коментував, що необхідно поліцію викликати. Хтось ще щось радив, але все це було, як то кажуть, мимо каси. Ваша порада була чи не найбільш корисною, тому я думаю, що варто розставити акценти у цьому питанні. Що ж взагалі робити? Зробимо, мабуть, такий почергово, поетапно. Що варто робити, якщо вас затопили? Ну, перш за все, якщо ви бачите, що вода ще капає, треба, ну, я буду по-русски, нужно устранить саму причину. В даному случае лучше подняться этажом выше, попробовать дозвониться до соседей, чтобы они выключили воду. Если же все-таки никто вам не открывает, либо там никого нет, в данном случае надо вызывать аварийную службу. Аварийная служба имеет доступ к стояку, она перекроет весь стояк. И обязательно она зафиксирует данный факт. Полиция не нужна. Некоторые советовали вызывать полицию для того, чтобы открыли двери соседей, но если их нет, никто вам двери не откроет. Взламывать двери полиция не имеет права в данном случае, когда нет собственника квартиры. Аварийка зафиксирует, она передает информацию в ЖЭК. Что делать вам? В первую очередь вы фотографируете, снимаете видео всего везде, где есть следы затопления. Как бы иронично это не звучало, но все же таки можете делать селфи на фоне. Хоть селфи, хоть что для суда, это будет достоверная информация, не только для суда, а для эксперта надо будет. Второе – это обращение в ЖЭК. В течение 3 дней вы должны написать заявление, желательно написать письменно, потому что иногда устно ЖЭК не принимает, либо игнорирует, ну бывает такое. В течение 3 дней вы обращаетесь в ЖЭК с заявлением о том, что у вас затопление. Они обязаны прийти, явиться в течение 2 дней по вашему заявлению и составить акт о затоплении. Если же представители ЖЭКа не явились все-таки, вы имеете право вызвать 2 соседей, которые проживают с вами в вашем подъезде, и присутствие них составить самостоятельно акт. Если же виновник затопления не явился, не подписывает акт, тогда без него. В любом случае, это будет уже достаточно информации для суда, для обращения в суд. Обращаю внимание также, что не всегда, если течет вода сверху, это вина соседей. Вот, недавно у нашей коллеги была такая ситуация, что это может быть еще? Это может быть поломка на стояке. В данном случае это вина ЖЭКа уже. С недавних пор Николаевский городской совет принял тарифы и установил, какие виды работ предоставляются. Уже текущий ремонт не предоставляется. Однако, если даже вот недавно у вас это произойдет, в любом случае обслуживание данных сетей это является обязанностью ЖЭКа. Поэтому, если он скажет, мы уже не обязаны, не слушайте их, в любом случае вы должны... прошло 5 лет, по сути, когда этот стояк мог испортиться после последнего ремонта. Ну, поэтому... последний ремонт, как правило, должен быть там в течение 10 лет. Ну, поскольку наши дома гораздо старше, их никто не ремонтирует. Смотрите, когда вы составляете акт о затоплении, в данном случае ЖЭК забирает его к себе, и в течение 3 дней он обязан сделать заключение, кто же все-таки виновен. Либо они, либо стояк поломан, либо это вина соседей. Если вывод ЖЭКа вас устраивает, с этим выводом, с актом о затоплении, с фотографиями, с свидетелями, желательно тоже их в суд пригласить, обращайтесь в суд. Но для начала обращайтесь, конечно, к соседям и пытайтесь по-мировому все-таки согласовать. То есть суд – это не обязательная инстанция, можно это решить и между собой? Ну, конечно, если соседи все-таки, ну, скажем так, меняемые люди и готовы, ну, признать свою вину, тогда, конечно, проще к ней, потому что суды длятся от года до 2, честно. И этот период все равно будете ремонтировать вы сами. А по поводу того, как суд, если, например, не устроит решение суда, что делать дальше? Ну, по решению суда, ну, не устроит решение суда, это апелляция в любом случае. Но суд всегда на стороне потерпевшей стороны, всегда. Самое главное, это правильно определить, кто виновный. То есть суд может отказать только в той, по той причине, что вы указали неправильного ответчика. То есть если ответчик ваш сосед сверху, а вы указываете ЖЭК, тогда, естественно, вам откажут. Для того, чтобы правильно определить стоимость возмещения ущерба, нужно обязательно обратиться к эксперту. Ну, к любому независимому эксперту вы прикладываете фотографии, либо приглашаете его к себе домой для зафиксирования.
И он определяет уже сумму ущерба, с которой вы обращаетесь, соответственно, в суд. По поводу вот этих сумм, обращений и так далее, как быть, если, например, ЖЭК все-таки виновен? ЖЭК возмещает это или конечно. Аналогично? Ну, в моей практике, как и с ЖЭКом мы, причем нашего коммунального предприятия, включая моральный ущерб, полностью взыскивали все суммы. Угу. То есть это все нормальная практика? Абсолютно, да. Суд всегда на стороне потерпевшей стороны. Главное, определите правильную сумму возмещения. Угу. Согласно экспертизе, именно экспертизу принимает суд, а не, допустим, вы указываете сумму, мне ремонт обошелся в такую-то сумму. Суд может уже не признать эту сумму, а значительно уменьшить. В данном случае эксперт всегда признает достаточно большую сумму. А если ремонт, например, вот буквально недавно, там пару месяцев назад, есть еще все чеки, если компания это делала под ключ, вот эти документы можем использовать вместо, например, экспертизы этой? Можем, но, как правило, еще раз повторюсь, почему-то экспертиза назначает гораздо больше суммы. То есть, друзья, возьмите на заметку. Да. Но все-таки мы еще поговорить должны, наверное, о стороне, которая затопила. ЖЭК, я думаю, не стоит, а вот соседи, о соседях, этих людях, которые затопили, стоит. Что им делать в этой ситуации? Ну, точно так же им для того, чтобы не платить лишние деньги, прежде всего нужно тоже спуститься и посмотреть, зафиксировать, потому что, чтобы потом, ну, есть всякие люди, они могут что-то там для с экспертом договориться, больше запечатлеть, и по факту будет больше сумма. Сами фиксируйте так, точно так же, что произошло, если вы, советую всегда, признавайте свою вину. Почему? Обращение в суд минимум 1700 гривен. Услуги юриста, те, которые признают суд, минимум 2000 гривен. Плюс моральный ущерб от 1000 до 3000. Ну, это из моей практики, то, которое мы возмещали. Посчитайте, то есть минимум 4-5 до 8 тысяч лишних денег. На формальности на, какие-то. Да, да. То есть гораздо проще согласиться и выплатить данную компенсацию, ну, за ущерб. А по поводу экспертов, то есть мы имеем также право, если мы, например, затопили, вызвать своего эксперта. Если сумма экспертов не будет совпадать, что делать? Ну, в данном случае уже в суде принимается решение. И назначение какой-то одной еще комиссии, да, которая будет решать. Да. А в среднем, как происходит процесс выплаты этих денег и как чаще всего? Это одной суммой полностью. Если, как быть, если, например, квартира была застрахована? Ну, в данном случае страховая компания уже компенсирует. Но вы имеете в виду, квартира застрахована того, кто пострадал? Кто топил и, соответственно, кто пострадал? Ну, две квартиры, вы хотите сказать. Ну, да. В нашей практике это практически нереально. Нереально, в нашем городе в единичные случаи, кто вообще страхует квартиры. Угу. Конечно, да, это выгодно, точно так же, как и с ДТП, да, в отношении автомобилей. Ну, честно, такой практики еще не видела. Очень редко, да? Это может быть где-то в Киеве, в Одессе, где-то в таких домах у нас никто не страхует квартиры. Поэтому на практике все получается именно так, как мы рассказали. Да. Ну що ж, друзі, варіанти для вас такий. І ще раз зробимо невеличкий підсумок того, що варто відразу погоджуватися у своїй провині, якщо реально затопили ви, але не це не була поломка стояка. Ну і, звичайно ж, зекономити свої гроші та й нерви. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії, розповіли про те, як же діяти в цій ситуації. Бажаємо вам усім, друзі, не потрапляти. Життя воно таке, але все ж таки краще, нехай ця ситуація обійде вас. А в нашій студії була юристка Марина Сорока, яка говорила про те, що робити, якщо вас затопили і якщо затопили ви. Беріть всі поради до уваги.